как обновить экшн-камеру CJ Cam. Заходим на сайт производителя. В раздел прошивки. Находим вашу камеру. В моем случае данная модель. Нажимаем скачать прошивку. Последнюю. И дожидаемся окончания загрузки. После завершения загрузки подключаем камеру к компьютеру. Можно просто достать из нее флешку и подключить лишь флешку. Открываем скачанный архив и копируем в корень флешки. Именно в корень флешки. Файл bin. После чего нам нужно будет запустить камеру уже со вставленной флешкой, и начнется обновление. Сейчас уже идет процесс обновления. Я просто нажал на кнопку запуска. Вы можете это наблюдать по мигающим индикаторам. После чего камера должна включиться. Вы должны будете произвести первую настройку. И можете пользоваться новой прошивкой. Сейчас вы настраиваете сенсор. Если, конечно, он есть на вашей камере. Если его нет, то настраивать его не придется. Сейчас я завершу все требуемые от меня действия и продолжу. После настройки сенсорного дисплея, в принципе, процесс прошивки завершен. Сейчас нужно будет достать флешку из камеры или же подключить камеру к компьютеру и обязательно удалить прошивку, чтобы каждый раз при включении камеры вы заново не перепрошивали вашу экшн-камеру. После прошивки, не выключая камеру еще раз, если вы не достаете, конечно, флешку, подключаете ее к компьютеру. Выбираете USB режим и удаляете прошивку, после чего можете полностью пользоваться камерой. Дорогие зрители, подпишитесь на данный канал, и я вас уверяю, что с вашей поддержкой вы увидите еще много интересных и полезных роликов. А также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. И помните, не будьте равнодушными к чужим трудам и творчеству.